В Казахстане стартовали армейские международные игры «Армия-2016». Торжественная церемония открытия прошла в Жамбылской области на полигоне «Гвардейский». Официальный старт играм дал министр обороны Имангалит Асмагамбетов. Для открытия армейских игр организаторы подготовили целую театрализованную постановку. Это танцевальные коллективы, конно-каскадерская группа и военнослужащие, которые поведали историю появления казахских стрелков. Также на полигоне был развернут настоящий этно-аул с традиционным бытом и национальными угощениями для гостей игр. Убежден, что в формате состязаний лучшие представители артиллерии своих армий и мастера снайперской стрельбы поделятся своим бесценным опытом и, соревнуясь плечом к плечу, закрепят дружеские отношения, а также наметят дальнейшие планы по развитию военного сотрудничества. Интерес к армейским играм с каждым годом только растет. Если в прошлом году участвовало 17 стран, то в этом году их уже 19. Это более 3000 военнослужащих Казахстана, Китая, России, Индии, Ирана, Кыргызстана и других. Соревнования пройдут со 2 по 9 августа по двум дисциплинам – мастера артиллерийского огня и снайперский рубеж. Эти соревнования, все этапы идут в рамках той системы боеподготовки, которая существует в вооруженных силах. Просто мы внесли в планы боеподготовки вот это мероприятие. От бригады, армии, округа и на всеармейский этап. Стоит отметить, что армейские международные игры проходят второй год подряд. Они стали новым символом международного сотрудничества, залогом мира и солидарности. Тимур Ермашев, Нургали Карабаев, Рената Булхаиров, Информбюро, 31 канал.